Всех приветствую на канале. Сегодня буду менять резинки стабилизатора. Все 4 штуки. Прошли они у меня 40 тысяч километров. Ну и подизносились немного. Вот с таким номером я заказал резинки. При езде слышен характерный скрип. Ну и в общем, пора их менять. Видите, да? Даже заметно, что износ есть. Скобки в хорошем состоянии. Разница с новой очевидна. Видно невооруженным глазом, что эта резинка увеличенная. Все, она уже изработана. Сначала дальний край. Вот этот. Чуть наживляю и потом уже буду откручивать этот край. Смотрите, как износились пластиковые проставочки. В общем, я из силиконового шланга отрезал 6 сантиметров. Такие же две проставки и буду ставить их. Очень хорошо они подходят. Одну я уже поставил. Вот смотрите, как все это выглядит. Все плотненько, но пока что я только наживил. Сейчас буду устанавливать вот на это место. Единственное, что нужно будет сделать, на второе сделать полностью прорезь до конца, чтобы свободно тут легко одеть можно было. Вставлять вот эту скобку просто так рукой не получилось. Пришлось ее немножко молоточком осадить. И все нормально в итоге село. Вот и все. Ничего теперь не скрипит. С левой стороны тоже все готово. Вот такая была сегодня замена. Ну а я прощаюсь с вами. До новых встреч на канале. С вами был Евгений.